Здравствуйте. Мы часто говорим о том, что необходимо создавать условия, при которых нашим студентам было бы приятно находиться в Австралии. И, соответственно, это и есть одна из наших целей, целей этих видеороликов, целей проекта «Рамзес». Проект «Рамзес» состоит из как раз людей, которые приехали сюда учиться, людей, которые учились, людей, которые, в общем-то, заинтересованы в этом процессе. Но жизнь австралийская, жизнь русскоязычных австралийцев, жизнь русскоязычных людей, русских людей, приезжающих в Австралию, она шире, она может быть более насыщена и более многопланова. Очень много людей, которые хотели бы посетить страну с совершенно разными целями. Кто-то хочет просто увидеть страну, в общем-то, страна интересная, страна необычная, terra incognita для многих россиян или людей, которые говорят на русском языке, вообще туристов. Кто-то может хочет посмотреть, и такое часто у нас сейчас в нашей практике встречается, посмотреть учебные заведения, познакомиться и со мной лично, и с другими людьми, которые предоставляют вот эти вот услуги по образованию в Австралии, но не хотят сразу ехать на студенческую визу, то есть хотят иметь возможность выбора. Кто-то знаком с австралийцем или с австралийкой, хотел бы встретиться, потому что, в общем-то, люди неравнодушны друг к другу. И опять-таки, зачем встречаться где-нибудь в третьей стране, зачем ехать, может быть, в Россию, на Украину, Казахстан, если можно приехать в Австралию. Это комфортабельнее, это, в общем-то, удобнее по многим причинам, если, конечно, условия апликанта, заявителя позволяют делать такой шаг. В общем-то, люди приезжают сюда, и у каждого человека своя цель. Таким образом, туризм, если его не организовывать, будет так называемый дикий, в этом есть своя прелесть, но есть очень много неудобств. Люди не знают этой страны, но люди бы хотели, конечно, сделать все быстрее, удобнее и дешевле. Все это привело меня и, в общем-то, наших ребят, людей, которые здесь живут, моих студентов, к выводу, что в туристической индустрии надо что-то менять. И мне кажется, что мы нашли достаточно интересное решение. Очень много людей, которые хотели бы иметь, с одной стороны, небольшой заработок, с другой стороны, людям хотелось бы общаться, людям хотелось бы провести с кем-то время, особенно это что касается тех, кто кому 55 лет и старше. Эти люди с удовольствием бы приняли кого-то, с удовольствием бы показали страну, с удовольствием бы познакомились с тем, что, в общем-то, интересует человека. И при этом такой тур был бы, конечно, значительно дешевле, чем если бы вас если бы с вами работали какие-то туристические компании. Для таких туристических компаний такие туры, в принципе, даже невыгодны. Такой туризм отсекает большое количество посредников, потому что два человека непосредственно между собой связанные, гость, приезжающий из-за рубежа, и гражданин Австралии, который оказывает все эти услуги, или в комплексе, или часть этих услуг. Вот. Он выступает как, с одной стороны, предоставляя проживание, предоставляя транспортные услуги, знания ситуации. И, в общем-то, здесь подход должен быть сугубо индивидуален. Кому что нужно или кому что-то, может быть, не нужно. Мой принцип того, что любой бизнес надо разбивать на группу мелких бизнесов, чтобы не было, если хотите, эксплуатации человека человеком. А вольный предприниматель, индивидуальный предприниматель – это более приятная бизнес-единица, чем крупное предприятие, где
Труд многих приводит к обогащению единиц. Это мой принцип. Это принцип, в общем-то, либеральной партии Австралии, которая сейчас правит, несмотря на то, что я поддерживаю либеристскую партию. Но либеральная партия изначально была партия людей, представляющих средний и мелкий бизнес, SME, Small and Medium Enterprises. К сожалению, либеристская партия как раз фактически поддерживает бизнес большой, потому что это партия наемного труда, наемных работников. Вот. Еще принципом нашей деятельности является не просто уменьшение посредников, но и дача возможности людям, которые в проекте Рамзес, то есть нашим студентам, возможности заработать. Как вы видите, это не только студенты, но те люди, которые собираются организовывать такой бизнес, люди талантливые, в том числе вот одна из наших студенток, она сейчас уезжает в Москву, вполне возможно, где-то уйдет ее от полугода до года работы здесь, пока она студентка, работает в Москве на то, чтобы этот бизнес как бы установить. После чего, по всей видимости, девушке надо будет получать бизнес-образование, если надо будет, конечно. Соответственно, она может еще раз сюда приехать, но после того, как эта предпринимательская деятельность будет установлена. Ее задача будет находить потенциальных гостей Австралии, то есть будущих туристов, понять, что человеку в действительности нужно, кто конкретно из принимающих хозяев, вот этих вот гостеприимных хозяев австралийских, в действительности в лучшей степени может и где может помочь человеку. Соответственно, если человек хочет посмотреть какие-то учебные заведения в 4-5 городах Австралии, соответственно, здесь важную роль играют как раз колеса и знания обстановки. Если человек приезжает посмотреть Австралию и отдохнуть, рыбалка, охота, здесь, конечно, нужны люди, которые в действительности хорошие рыбаки и охотники, соответственно, все эти барбекю. Я думаю, что это очень интересно, потому что такие обычно туры достаточно получаются дорогими. На самом деле они не должны являться дорогими, они должны быть такими, какими хочет видеть сам человек. И вот задача вот этой нашей студентки, и, наверное, она будет не одна в будущем, потому что с большим объемом человеку просто не справится. Вот большое количество, я думаю, сотни человек, десятки сотни человек, которые будут принимать туристов здесь, будут, в общем-то, тысячи желающих таким образом приехать. Я думаю, что в течение года мы выйдем как раз на хотя бы на половину наших предполагаемых объемов. Вот. Соответственно, чисто бизнесом это назвать нельзя. Много удовольствия, много возможностей людям пообщаться. Мы объединим вот эти вот кусочки русской комьюнити, которые, скажем так, которые давно приехали, с теми, кто собирается, может быть, переехать сюда, и с теми, кто просто приезжает в Австралию. И я думаю, что вот это вот очень интересное дело. Как вы знаете, существуют более дорогие виды туризма. То есть, когда люди приезжают, например, профессиональные охотники на крупную дичь, я думаю, что вот это вот направление у нас тоже сейчас начинает развиваться. Очень скоро у нас, наверное, группы будут приезжать. Есть люди, которые умеют охотиться, знают Австралию. Это люди, которые поколениями здесь, в этой стране живут. Соответственно, вот эти люди будут такими желающими работать. Таких людей, которые хотят приехать сюда на охоту, скажем так, очень немного, но они есть, это отдельная группа. Это уже, в принципе, серьезный большой бизнес, который требует очень серьезного подхода, лицензирования охотничьей деятельности, то есть привоз ружей, лицензирования охотников. То есть
будут у нас и ответвления, которые нельзя назвать вот этим бизнесом. Что касается этого бизнеса, мы о нем давно говорили, и я надеюсь, что те люди, которые хотят приехать посмотреть Австралию, они могут уже сейчас делать свои заявки, и те люди, которые хотят принимать гостей у себя, гостеприимные хозяева, они тоже уже имеются. А в наличии есть человек, который хочет всем этим заниматься. Человек, в общем-то, живет или жил как-то в Москве и будет жить в Москве. Хотя сама из провинции, поэтому добро пожаловать в этот новый бизнес. Сразу хочу сказать, никакого материального интереса с моей стороны нет. Большое спасибо.